Сэдди, большое спасибо за донат. Смотрим Шрек versus Танос. Короче, в гривнах говорят, типа, ставишь доллары в этом, блять. Песня в интро «Моисей Великанов». Нихера себе. Я услышал знакомые аккорды в самом начале. Короче, ладно. Бля, клево, прикольно. Я не знаю, почему мне часто какие-то челы, типа, иногда спрашивают: слушай, короче, Масякич, можно ли твой трек заюзать в видосе? Я говорю, да, и забываю, а потом, блядь, удивляюсь, как мой трек в видосах на 300к. Ну, здесь, как минимум, нихера себе, чел в самом верху еще и упомянул. Так что вообще, ну, мега почтение, респект, и всегда пожалуйста. Ну, все, Питер, попался. Спасибо большое, Виктор из Магады с Гвардом. В следующем туре с Глебом сможете подкрепить сахар. Да, спасибо большое за донат. Короче, на всякий случай, если кто-то хочет любую мою какую-то песню использовать в своих видосах, всегда пожалуйста. Ну, типа, либо в описании, либо, например, в закрепленном комментарии, если, как у меня, описание везде под всеми видосами одинаковое. То там в закрепе можно упомянуть как-то. Ну, пожалуйста. То же самое с каверами, если есть желание сделать кавер. То есть все, что угодно поддерживается, но как бы либо Моисей Великанов, либо МВПД, либо Говнида, какое-то название должно быть где-то подписано. Все. То есть в остальном это даже, я не знаю, я не буду там страйки кидать или в суды подавать за неправомерное использование своих песен. Все такое. Ну вот я и нашел тебя, Халк. А ты кто такой еще? Дай покакать неспокойно. Не так быстро. Я здесь, чтобы закончить Халк. Твою историю. Да сейчас я выйду, подожди. Это же не Халк, а Шрек. Глупый Танос перепутал. Что? Откуда у тебя последний камень бесконечности? Отдай мне его! Эй! Еще отсталый что ли? Какой камень, бля? Это бородавка мой! Ага. Ух, ебать, она все это время так могла! Скоро у меня будет вся коллекция. Коллекционер! Бля, с одной стороны кринжатуру ловлю от акцента, с другой стороны, блядь, забавно. Некоторые фразы, типа, оно все время так могла. Акционер ебаный. Молчать! Акционер ебаный. Сынок! На нахуй, ёб твою мать, бля! Ой. Что за день, бля? Я же просто покакать вышел. Скоро я свершу свое деяние. И заставлю эту неблагодарную вселенную сказать мне спасибо. Алло! Розовый телефон. Алло! На складушку. Алло, ёб твою мать, блядь! Алло, алло, это кто? Кто это? Ёбаный рот, блядь! Я не придумал вообще ничего. У меня даже текста нет. Что это за хуйня вообще? А потом, короче, Вик берёт. Часов? Ебать. Бля, сценарные ходы просто мое почтение. Привет. Твою мать, бля. Тихо, тихо, тихо. Это я Шрек. Нет, это я Шрек. Нет, я Шрек. Это я Шрек, у меня в документах прописано. Да я знаю, я эти документы сделал, бля. А, точно, я забыл совсем. Я Шрек из будущего. Мне нужна помощь твой. Некий теннис. Отнимет у тебя эту бородавочку, которую ты 5 лет будешь расти. Вот сукин сын, где этот пацан живет? Я вообще хлебало нахищу, бля. Ну вообще-то это титан из космоса с разноцветными камушками. А, ну тогда пусть забирает, а не против. Не-не-не-не-не, мы должны помочь мне. Ты, в смысле? Не, ты знаешь, я помогу тебе, только если ты расскажешь мне о моем будущем сыне. Как он там? Ой. Не, ты знаешь, я, короче, в принципе, сам справлюсь, если что.
Блять. С минуты на минуту тут Танос появится. Ты к бою готов? Бля, почему Шрек говорит с таким акцентом? А, откуда ты знаешь, что он будет здесь? Хе-хе-хе, да я ему вот это отправил. А кстати, тебе меч нахрена, если у тебя паутина есть? И что я сделаю этому титану своим недосягнем? А здесь камень бесконечности есть. Ты сыкло, бля. А, кстати, у тебя же камень времени вместо бородавки вырос. Ты ж можешь во времени перемещаться. Я первый раз об этом слышу. Ну, если ты сильно напряжешься, то ты сможешь переместиться во времени куда угодно. А, слушай, это объясняет, почему есть точка, иногда в войну попадаю мировой. Ну вот, переместить во время, когда Танос был еще ребенком, и ты понял. И что? Ну, ты сможешь его... Это самое. Не, слушай, я так-то постарше люблю. Убить! Я про убить! Ну я понял! Все, так бы и сказал сразу! Ты что, вообще больной, что ли? Тихо, я попробую, бля. Так. Его сейчас разорвет тут. Все? Какой все? Я в космосе был! Ну это логично. Земля же двигается. А ты перемещаешься только во времени. А чё тебе в школе, бля? Нормально объясняй мне. Да в то время Земля еще просто не была здесь. Нам нужно отнять камень пространства у Таноса. И тогда мы сможем переместить тебя в детство Таноса. Ебать. Вспомнишь говно, вот и оно. Тихо. Что придумал эту херню? Ебать, ну и хуйня вообще. И прям типа... Я не... Блять, ладно, все. Так это ты тут шухера навел. А разговоров-то было. Давай ты... А разговоров-то было. Давай ты просто отдашь нам свою перчатку для дрочки, и мы пойдем по своим делам. Занятный ребенок. Не понимает еще. Ну, в таком случае, тебе пизда. Блять, забыл. Это что за камшоты? Ой. Жалкое насекомое. Павук сдох. Нихуя ж. Отдай мне камень силы, обоссанное ты животное. Блин, так-то обидно даже, слушай. Отдай! Хорош. Бери. А чё это он, блядь, за супер-танец, который без камушков ебаных нихуя не может? Лох-чмо. Можно во времени чуть-чуть назад переместиться. Неужто ты прирожденный воин? Да в жизни не поверю. Я, может, и не воин, но тебе сейчас пизды дам, блядь! Ладно, мне это наскочило. Бля, анимация ты, просто... У меня тоже светяшки сделай, бля. Блять. И все, сдох. Блять, что это за... Грустная история какая-то получается. Пиздец, Шрек против Таноса. Шрек, блин. Каркарыч, который за этим наблюдает, это будет легендарный. Я, может, и не воин, но тебе сейчас пизды дам, бля! Ну да, на самом деле прикольно, когда смешиваются такие прям максимально, короче, фразы эпические с суперколхозными. Ну, то есть, собственно, то, что я в говниде люблю делать. Блин, тут реально вот нужно, типа, смертельный бой насмерть, короче, вот говниды, какие-то такие эпические треки под эпические битвы сюда добавить. Ну, не знаю, что, ждем новых выпуксов. Так что, спасибо большое, Сэдди, за донат.